Народный артист Беларуси Василий Раинчик отмечает юбилей. Маэстро исполняется 70. Он дебютировал на сцене почти полвека назад как пианист и одновременно художественный руководитель самого известного советского ВИА «Верасы». Позже в составе коллектива открыл десятки начинающих вокалистов. Василий Раинчик известен не только как исполнитель. На его счету более 120 авторских песен, оркестровок, симфонических вариаций и даже балет. Маэстро выступает и почетным членом жюри национального отбора на фестиваль «Славянский базар». Василий Раинчик и сегодня пишет партитуры, а также посвящает много времени работе с новым поколением исполнителей, которые продолжают традиции ВИА. Уже в это воскресенье его «Верасы» выйдут на сцену Дворца эстрады в новой концертной программе «Мужчины на десерт».